Жила в начале 4 века в Александрии дева Ираида. Была она дочерью местного пресвитера. Девушка, воспитанная с детства в вере христианской, сама, как и отец, отдалась служению Господу. В Александрийской обители она подвязалась монахиней. Как-то раз отправилась Ираида по воду к источнику. А близ него к берегу пристал корабль, нагруженный множеством мужчин, женщин, иноков и священнослужителей. Были все они закованы в цепи за исповедание веры Христовой. Бросила свой водонос Ираида и бесстрашно отправилась к узникам на корабль. Объявив стражникам, что и она является христианкой, святая присоединилась к мученикам. Корабль отплыл из Александрии и доставил христиан в египетский город Антиполь, где их уж поджидали язычники в предвкушении столь массовой расправы над ненавистными последователями распятого. Святая Ираида первая выступила из толпы навстречу палачам, громогласно исповедав веру свою в истинного Бога Иисуса Христа и объявив мучителям, что с радостью примет любые пытки и даже смерть во славу Господа. После жестоких истязаний мученица Ираида была казнена. Вслед за ней остальные узники Христовы кровью запечатлели свое исповедание веры. Восемнадцатое сентября. День памяти святой мученицы Ираиды Александрийской.